Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. И сегодня мы будем читать четвертый псалом, который начинается словами начальнику хора на струнных орудиях псалом Давида. Ну, само название псалтырь означает 12струнный инструмент, на котором играл сам царь Давид и он в христианской традиции как раз изображается с этим инструментом, который называется псалтырью. На самом деле к инструментам, которыми пользовались в храме, Относились лютни, лиры, кемвалы, рок, трубы. У каждого инструмента был свой лад то, что называется аламот. Аламот это слово означает молодые, то есть юноши, можно так перевести это слово. То есть играли очень бодро. На этих инструментах, как бы сейчас сказали, такой молодежный оркестр инструменты, которые предпочитают молодые. Также название этих инструментов нагинонт мелодичные, как в этом псалме, вот как раз такой инструмент упоминается. А к другим указаниям относятся маскил, э, вразумление, то есть какая-то очень такая проникновенная э, музыка возникала от этого инструмента, михтам, э, золотой, то есть э, торжественная какая-то музыка, а шигайон, неотступная, нехилот, э, звенящая или бряцущая, как э, в синодальном переводе, гетит, то есть некий инструмент такой из гата, то есть из некой местности. Ну, вот как сейчас говорят, например, там гавайские гитары. Все понимают, что это за инструмент. И имеются также инструменты Асор, десятиструнный, угав, свирель, миним, струны. И в первой книге Пар 23 глава 5 стих говорится, что 4000 было музыкантов, славящих Господа с инструментами. И они были изготовлены именно для прославления Бога. И вот Давид принимал участие в изготовлении этих инструментов. То есть он очень серьезно относился к тому служению, которое готовилось для храма. Все эти инструменты изготовлялись для храма. Эти псалмы писались, во многих случаях, для храма. И левиты потом исполняли эти песнопения на разные случаи жизни. Итак, мы прочитали первый стих начальнику хора на струнных орудиях Псалом Давида. И начинается сам псалом. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Здесь немножко непонятно вот это выражение Боже, правды моей. Надо вспомнить, э, восстание народа против Давида было подготовлено Авесоломом, его сыном, который внушал простому народу, что вот, если бы он был бы царем, то он бы судил людей иначе, чем нежели как это делает Давид. Причем Авесолом стоял рядом с царским дворцом, и когда люди шли на суд к царю Давиду, он их перехватывал, здоровался с ними, так любезно расспрашивал, какое дело у вас. Ну, конечно, все относились к нему с уважением, потому что он сын царя. И выслушав что-либо, он качал головой и говорил, ну вот если бы я решал бы ваш вопрос, конечно бы я нашел бы только положительное решение. И Давид со своими судами, со своей правдой, как бы оказался неудел. Но он считает, что он учил людей, совершал суды какие-то над ними, не отталкиваясь от чего-то субъективного, потому что правда его это его упование на заповеди Божие. Как мы уже говорили, что закон Божий иногда называется закон действительно Божий, Господин закон, а иногда он отождествляется человеком, который изучает закон. И вот эта правда Божия, эти заповеди, Давид их называет своими. Когда он говорит, услышь меня, Боже, правды моей. То есть я воспринял эти заповеди, эти уставы, эти постановления настолько, что я считаю их своими. Не в смысле авторства, а в смысле того, что это настоящее руководство к действию, которое я не мыслю, как без этого я смог бы жить. В тесноте ты давал мне простор. Стесненные обстоятельства часто возникали в жизни Давида, особенно в одни царя Саула, когда Саул гонялся за ним. Послушай меня и услышь молитву мою. Помилуй меня и услышь молитву мою. То есть сначала он просит... Божьего прощения, он говорит как бы послушай меня, помилуй меня. А вот после этого, когда он переживет Божье прощение, Божью милость ощутит на себе, он считает, что молитва будет более успешной его молитва. Здесь как бы некая последовательность очень важная для нас. То есть если мы хотим, чтобы наша молитва была совершенно и мы должны примириться с богом на исповеди а потом когда мы будем читать ту или иную молитву после исповеди после причастия конечно такая молитва будет значительно более серьезным делом чем нежели мы молимся когда до исповеди до причастия то есть человеку очень важно как бы приуготовить свою душу к молитве сыны мужей доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи что значит э, сыны мужей обычно это понимается как сыновья из э, знатного рода то есть э, вельможи а слава моя то есть мое царское достоинство вот о чем здесь э, восклицает Давид, сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании. Он как бы говорит, да, вы можете за что-то ругать меня, как частное лицо, но не забывайте того, что я помазанник Божий. Доколе будете любить суету и искать лжи. Что значит любить суету? Любить мелочное, тщеславное, непрочное, то есть они выискивали все, что только, что только могли на Давида, злоумышляя против него. И далее мы читаем, Давид восклицает, «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего». Господь слышит, когда я призываю его. Вот отделил для себя святого своего, это на самом деле вот на еврейском языке это игра слов. Почему? Потому что святой это и означает отделенный. Получается, что как бы это произносится, Господь отделил для себя отделенного своего. Потом святой можно понять как посвященный. Господь посвятил для себя посвященного своего. То есть святость к душим на еврейском языке указывает на исключительность такого человека. Он не похож на других людей, он как бы против, противостоит вот этому широкому пространному пути, по которому идут многие, потому что он посвятил себя совсем для другой цели. Он идет по узкой тропе праведника Божия. Господь слышит, со всей уверенностью восклицает Давид, когда я призываю Его. Откуда такая уверенность? Потому что помощь Божия никогда в случае с Давидом она не прекращалась. Он выживал в самых невероятных ситуациях, и те, которые внимательно читали первую и вторую книгу царств, они в этом убеждаются. Кстати, на нашем портале есть беседы на все четыре книги царей. И вот кто хочет изучать жизнь царя Давида, как раз прослушайте лекции на первую книгу царей и на вторую. Там очень подробно рассказывается о Давиде. Это поможет вам лучше понимать суть его псалмов, потому что в каждом случае, когда мы читаем псалмы Давида, мы вспоминаем, в каком контексте могли возникать те или иные молитвенные прошения. И далее Давид произносит слова полные назидательного смысла. «Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. О чем это? То есть человек должен контролировать свой гнев, не доводить его до какого-то поступка, греховного поступка. Как у патриарха Якова были два сына, Левий и Вениамин, которые решили отомстить за свою сестру и по отцу, и по матери. Левий и Симеон они решили отомстить за свою сестру и по отцу, и по матери, за Дину. И потом Иаков их проклял и сказал, проклят гнев ваш, ибо жесток, и проклята ярость ваша, ибо свирепа. И в Писании также сказано, что солнце не должно зайти во гневе нашем. То есть до окончания дня человек обязан умерить свой гнев. То есть Бог как бы соглашается с тем, что гнев может быть в чем-то оправданный. Собственно говоря, Христос запрещает напрасный гнев. Он осуждает того, кто напрасно гневается на брата своего. Но какой бы ни был гнев, праведный или напрасный, человек должен до окончания дня разобраться с этим чувством. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. А почему на ложах надо размыслить? Имеется в виду, что к окончанию дня надо прекратить гнев, а потом, когда мы возлегаем на кровать, мы как бы вспоминаем все, что мы сделали, хорошего или плохого в течение этого дня, имеем размышление об этом. И вот такое размышление оно очень имеет большое значение. И вот те, которые внимательно вычитывают вечерние молитвы, там есть покаянные молитвы, которые очищают нас от всего плохого, что было в течение дня. И в окончании каноника точнее, если мы по канонику читаем вечерние молитвы, там в конце вечерних молитв по канонику сказано, по что ты сделал хорошего в течение дня, и припиши это Богу. А все, что ты сделал дурное в течение этого дня, припиши себе. То есть даже не дьяволу, а всегда самому себе. Потому что мы, наделенные свободной волей, если мы творим зло, то только потому что он наше произволение таково. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Что такое жертвы правды? Следствием поверки своих действий в них является раскаяние которые они, такие люди, должны запечатлеть э, принесением Богу искренней жертвы правды и возложить надежду в устроении жизни на Него, а не на э, свои силы, сообщает э, православная толковая э, Библия. Жертва правды – это плод покаяния. То есть, э, когда мы, э, поразмыслив э, в окончании дня, Потом вот утром мы пытаемся исправить то, что вот, мы сделали плохо, например, вчера и третьего дня. И далее мы читаем, после слов приносите же эту правду и уповайте на Господа, многие говорят, кто покажет нам благо, яви нам свет лица Твоего Господи. Здесь имеется в виду то, что многие ищут как бы разрешение всех проблем в том, что не может помочь нам разрешить какие-то проблемы. Например, человек думает, что если вот он хочет примириться с другим человеком, а вот пойду куплю там бутылку вина, сядем с ним вместе там выпьем или что-то такое еще. На самом деле разрешение всех проблем это когда Бог вмешивается в конфликтную ситуацию. И Бог может действительно помочь нам преодолеть тот или иной кризис, который у нас возникает во взаимоотношениях с другими людьми. «Приносите жертвы правды, уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо, то есть они ищут не там, где надо искать, а позиция Давида ⁇ яви нам свет лица Твоего, Господи, то есть обозначь свое присутствие среди нас. В псалмах, как и во всей Библии, Бог действует как бы с открытием своего лика, когда Он являет свой лик, свое присутствие явным образом, и когда Он действует с сокрытием своего лика. Чаще Бог действует в этом мире с сокрытием своего лика. Но иногда совершенно необходимо, чтобы Господь явил свое присутствие среди нас, о чем молится Давид, яви нам свет лица твоего, Господи. То есть мы не можем созерцать божественную сущность, но хотя бы свет божественный, просвещающий нас, вразумляющий нас несущие нам некое образование для совершенствования самих себя, вот это то, в чем мы нуждаемся. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и илей умножились. О чем это? Давид говорит о конфликтах с другими людьми. Оказывается, Давид не перестает радоваться за этих людей, когда у них все хорошо. То есть он одинаково хорошо относился к своим друзьям и к своим противникам. Ведь в других псалмах он говорит, я делал добро даже тем, которые делали для меня зло или искали для меня зло. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как... У них хлеб и вино, и елей а, умножились. Вот это уточнение и елей а, берется из а, септуагинты, поэтому эти слова а, в синодальном переводе заключены в квадратную скобку, то есть из греческого перевода. Но в некоторых случаях он ближе к оригиналу, а, что доказывают те же самые кумранские а, свитки. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. То есть для него безопасность заключается не в том, что его враги будут сокрушены и уничтожены, а что некий мир возникает между ним и его противниками, потому что чаще его противниками были все-таки не филистимляне, такие явные антиподы народа Божия, а сами представители народа Божия, которые ничего и никогда не прощали Давиду, учитывая его ошибки, которые он совершал как человек. Но он радовался, когда благо Божие в одинаковой степени касались и его, и этих людей. В любом случае он был их царем, а они были его подданными. Поэтому в окончании этого псалма он говорит, спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. То есть он свою безопасность видит и в том, что у его недоброжелателей хлеб и вино и лей умножились. Они же тоже израильтяне, тоже потомки Авраама, Исаака и Якова, и он не может желать им чего-то плохого.